Здорово, друзья, шлюхи-проститутки. Меня многие бабы и шлюхи говорят мне, пишут комментариев о том, что типа, что я называю всех баб шлюхами и шкурами, то они сразу говорят, что типа твоя мать тоже, да, типа такая же. Блять, ну-то какой надо иметь низкий интеллект, чтобы, блядь, этого не понимать, что все современные бабы, именно шкуры и шлюхи, современные, блядь, вот такие, как вот эти бабы, которые мне это пишут, вот они как раз и есть эти шкуры. Почему они думают, что если там женщина жила там 40 лет назад, да, например, раньше не было шкур и шлюх, блядь. Неужели это так трудно понять? Вот я не понимаю, вот у современных баб, у них, блядь, интеллект, что ли, блядь, вообще не родился, блядь, вместе с телом или как? Блядь, понять не могу. Ой, господи.